9 числа в мессенджер мне написал Александр Янкович. С вами свяжется мой помощник. Через несколько минут со мной связался Сергей Хижняк и предложил работу. Сделать акцию. Ценовая политика акции $3000. Задача наша состояла в том, чтобы собрать контингент из бомжей, алкоголиков. И скинул мне на карточку предоплату 30 тысяч гривен. Мы собрали этот контингент, привели под АП, ну, под администрацию президента, но, к сожалению, акция не вышла. Сейчас опять просят меня сделать же эту акцию. Только не под АП, а под другим любым зданием, похожим на администрацию президента.